Ингредиенты, книжки, подвальчик там, наверное. Подпольная лаборатория. Так, тут пещерка впереди. Вот здесь мы где-то вылезли, да? Пещерка. Сейчас мы ее обнаружим. Обнаружим, заходить не будем. Чтоб какой-нибудь квест не потерять. То озеро тут уже, да? А, вот здесь мы переплывали. Озеро. Ничего не видно. Так. Наверху тут что-нибудь есть? Что-нибудь тут есть? Вот там, по-моему, вылезли. Да, вот здесь я спускался, наверное. Видел вот эти кости. Так, пещерка уже близко. Вот за этой грядой, наверное. О. Какая-то пристань. Затопленная. Бульк. Ой. Ух ты, напугал меня, мэн. А я думал, ты в топ. Он что, плавает там, что ли? Теперь ты поплатишься. Плавает где-то? А, вон он где-то тут. О. Отлично. Водоплавающие волки. Так, я хотел посмотреть, что-нибудь в воде там есть около пристани. О, глубина пошла. Глубина пошла. Что-то там не выбраться никак. Ладно, пойдем. Изведаем, где тут пещера. Эй, гляди, пещера. Хочешь знать, что там внутри? Серьезно? Что-то звук какой-то. А что за звук? Наверху, что ли? Ну да, какой-то звук. Так, пещеру нашли. Южный наголомный проход. Проход.
Это что, он сквозь скалу эту проходит, наверное? Так, это... Какая-то башенка. Что за звук непонятный? Весьма непонятный звук. Непонятный звук. Так, и там пещера. Только что появилась, да, хоп. Башенка. Затопило совсем ее. Развалилась. Что-то подруга моя совсем отстала. Глубины или Налты. Да она там бегает? А, да. По кругу дает. Глубины. Что-то там барахтается кто-то. Да ты бежишь, а? Это кто? Крабище. Привела за собой хвост. Че, еще кто-то плывет? Ух ты! Скелетик плавает. Башня совсем завалилась, да? Там что, мельница водяная? Камни. Башня. Это я уже пошел куда-то разведать. Это уже то побережье. Я, наверное, сильно туда не пойду. Рорикстед. Так, что уже? Час дня, да? Тут бы как-нибудь перевалить бы через гору. Да и выйти к Ривервуду. А, не к Ривервуду, а к этому, к Вайтрану. Выйти к Вайтрану. Вайтрану, вот этот. Наверное, где-то здесь заход к нему. Вайтрану. Или вот сюда сходить. Точно, вот сюда я и схожу. Наверное. Все, погнали. Что это у нас? Глубины. Понятно. Берем. Куда ты полез? Так, наверное, пойдем наверх. Через перевал. А как мне перевалить через перевал? Подожди. Никак. Может, здесь? Вот здесь точно есть. Вернуться назад. Здесь где-нибудь пройти?
что здесь за звук? О, руда, а у меня нету кирки. Серебряная, нет кирки, мэн. А, надо было у этого самого купить. В Ривервуде. Ух, это классный перевал такой. Ого. Классно. Перевалился конкретно. Там внизу пещерка. А, и тут тоже пещерка. Такая типа дорожка. Ледник такой вниз. Олени. Хоп. Опа. Пещерка, пещерка. А тут северный наголомный проход. О! Это можно было про... О, хочешь ты оттуда. Знать, что там внутри? Оттуда вышла. Это вот сквозной через этот... Через этот хребет весь переход. Насквозь. Ха-ха. Ну, через него можно пройти или не пройти. Поэтому перевал тоже хорошо. Перевал хорошо. Так, он на карте тоже отметился, да? Это вот такой проход. Понятно. Там бандюки, наверное. Знак ихний. Я так думаю, но это не факт. Олень. Ну ты олень напугал. Так, это... Ух ты. Оленя погнал. Вот зараза. А чё олень стоит? Завалили оленя, блин. Какой-то мэн лазит. Куда ты? Что за мэн лазит? Оленя задрали, да? Рога и шкура. Мамонтик. Мамонтик, красавчик. Так, нам куда надо? Нам надо сюда вот. Ты кто? Ассасин? Напрягись. Не могу попасть, когда это впереди бьется. Ассасин. Убийца, то бишь. Так. Записка ассасина темного братства. Берем отмычки. Стрелы, меч. Ерундовый. Одежка красивая. Хочу костюм не снять. Так, что у него было за записка?